Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, у нее красный, как шар на этот дракон, он ее как закручен внутри нее диском. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем матушку Василису в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией матушки Василисы поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем матушку Василису. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Я даю команду начать риск. Она расканирует пространство над головой матушки Василисы под ногами. 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел матушки Василисы. Находит все. Она руки вперед вытягивает ладошками вверх. Да. И показывает, что у нее место вен, огонь дракона. Все решим сейчас. Матушка Василиса, не беспокойтесь. На один канал у нас красный дракон. Считай цифры на голове этой сущности. Он проявился? Да. Хорошо. 82-64. 82-64. Отлично. Хорошо. Достаю печать дракона, включаю на полную мощность. Пошел поток. У него 3 головы. Отлично. Уменьшаю дракона в 2 раза. Усилию мощность печати дракона в 2 раза. Какой у него такой скрип пошел. Отлично. Я даю дракону удар. 1 миллион герц. Удар. Он просит выключить печать. Удар подкинул его просто. Хорошо. Подниму до 10 миллионов. Убираю печать дракона. И так паразит. Ты знаешь, кого ты зашел, куда ты зашел. Ты будешь отвечать сегодня по полной программе. Считай цифры над остальными головами. Первая 8, 2, 6, 4. Остальные? 34, 18 и 2000. И 2000. Хорошо. Какую голову сегодня уберем, дракон? Из этих трех? Твою или эти две остальные? Или скрутить их в косичку? Что ты делаешь, паразит, в этом биополе? Легкую наживу нашел? Да, именно так. Вот, а я тебя сейчас нашел легкой наживой для своего лазера. Влад, дай ему мощнейший удар лазером на чистоте дракона. Удар. Ты будешь отвечать сегодня за свои поступки. Ты ранил его. Хорошо. Бывает. Будь сговорчивее в следующий раз. Сколько ты находился, паразит, в биополе матушки Василисы? Чуть меньше месяца. 1 месяц. У тебя энергия идет по всему ее телу. Ты чего добивался? Уж очень вкусная она. Да, хорошо. Ты пожалеешь сегодня за эти слова. Устанавливаю канал. Я даю команду на 4. Все, что установил красный дракон. 1, 2, 3. Все его платы до последней подключки отключаются. 1, 2, 3. Да, будет так, и так и есть. Вся эта конструкция безболезненно до последнего проводка выходит из биополя матушки Василисы, отправляется в клетку-тюрьму. Ты знаешь, у него в области сердечной чакры такой, как рулетка, я бы назвала его, которая ее стягивает. Она вот напряжена вся, как будто у нее в одном месте все энергии собрались. А где эта рулетка? Тут она вышла? Выходит. Хорошо, ждем. А расслабляет ее. То есть вены, сухожилия, как будто она их натянула очень сильно в одно место. Я понимаю, конечно. Да. Она сейчас раскручивается назад, чтобы отпустить все это безболезненно. И я даю матушке Василисе 200% энергии. 1, 2, 3. Пошел поток энергии матушки Василисы. Наполняем ее до 300%. 1, 2, 3. И вибрации поднимаем до 20 герц. Пошел, подъем. Пусть они силы будут. А у меня такой свет божественный, яркий, светлый пошел. Вот этот паразит пришел его жрать. А сегодня он тьму увидит. Я ему сегодня покажу галактическое ядро. Открывается перед красным драконом клеткой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Смотри, красный дракон трехглавый. Докуда ты дошел?
Он говорит, что за это не убивают. Да. Кто такое сказал? Ты убивал человека, и ты говоришь, за это не убивают? Ты знаешь, сколько человеку лет? 40-го года рождения. Он душу знаешь? Смотрит. Хорошо. Ты знаешь, сколько у него физических сил осталось для земли? И ты пришел последний из него воровать? Так вот я тебе скажу, дракон, ты сегодня пожалеешь, что ты даже не уйдешь сегодня в галактическое ядро. Но ты пожалеешь, я тебе обещаю. Закрывая портал в галактическое ядро. Эта рулетка вышла, и матушке Василисе легче стало. Все у нее отпустило, все на место, она цветом стала естественным. Отправляю эту конструкцию в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Есть. На счет 3 выстраивай канал от матушки Василисы к красному дракону. И к этой конструкции каналы спроецировались, сущность подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии матушки Василисы произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к матушке Василисе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается назад. Мощнейший поток пошел назад. Что возвращается, Вера? Возвращается красная энергия дракона к дракону. Угу. Возомнил себя абсолютом, да, дракон? Всемогущим? Это не так. А конструкция возвращается в боль, потому что там от рулетки идут такие, как прозрачные трубочки. Как. Угу. Отлично, хорошо. Вот у капельницы есть, и они по всему телу у нее были, где он пускал свой вот этот огонь. Верочка, считай, пожалуйста, информацию из 100%, сколько воровала конструкция из биополя матушки Василисы. До 75%. До 75%. Значит, это 74%. Хорошо. Просто всегда по-разному бывало, и 75% это было максимум. Ждем окончания реверса. Все 3 головы питались. Сегодня счет вам поставят за эту еду. Реверс закончился. Вы не заплатили за еду, которую вы употребили. Вы знаете, что делают с теми, кто что-то берет и не отдает ничего назад? Дракон говорит справедливо. Посмотрим, как ты будешь говорить через несколько минут. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Матушка Василиса забирает все чистые светлые божественные энергии. 1, 2, 3. Пошли энергии божественные чистые. 1, 2, 3. Все родные энергии возвращаются назад мощнейшим потоком. Забираем из голограммы, из красного дракона и забираем от этой конструкции. На дракона идет мощный такой свет яркий, возвращается, и он на ноги, что у него там встает вверх, как взвывает. Он так напитался этой энергией. Я же говорю, он сегодня за обед заплатит. Не туда зашел, не к тому зашел, и причем знал об этом. Это уже умышленное преступление. Умышленное преступление всегда наказывается, вплоть до клейма, насколько мне известно. Значит, у него вот эта главная, которая взрослая голова, она уже доросла до такой степени, где она может принимать божественные энергии. И эти энергии, он думает, что... Он сам божественный. Приравняют его, да, к божественному уровню. Какой же ты наивный. Столько тебе лет. Хорошо, я тебе сегодня... Буду вынужден преподать урок, что это не так. Закон кармы. Слышал такой? Вот сегодня ты его увидишь в действии. Все, что ты делаешь, возвращается тебе назад. Сделал хорошее, вернулось хорошее. Сделал плохое, открывай ворота. Забираем все энергии. Он говорит, я знаю такое. Да, хорошо. То, что отдал, то и получил. Ну вот, так и есть. Закончен реверс. Хорошо, реверс закончился. Отлично. Включай внутренний белосвет матушки Василисы. 1, 2, 3. И этим внутренним белосветом нам выдалит из себя все до последнего микрона. Все негативные и патогенные энергии, находящиеся в ее биополе, а также все энергии дракона и его подключки. Пошел свет. Свет выдавливает. Формируется шар перед матушкой Василисой. Где ты подключился, красный дракон, месяц назад? Покажи ситуацию. Он поджидал. Где? Место? В месте, где есть божественная энергия. Церковь. Она была в церкви или это ее квартира? Нет, это большое помещение.
В квартиру ты не мог войти, потому что она защищена нами. А вот в церковь она пошла месяц назад, я полагаю, да? Ты сказал, месяц ты находишься. И ты ее ждал там? Долго ты ее выуживал? Следил за ней? Он смотрел на энергию, кого больше. А, вот кого как. Ярче. Кто искренний, вот как он говорит. Искренней энергии он искал. И ты себя приравниваешь к Абсолюту и его возможностям. Ты делаешь полную противоположность тому, что Абсолют делает. Ты полная противоположность любви и состраданию. И ты себя хочешь приравнять к Абсолюту. У тебя 8264 уровень, достаточно высокий уровень. И я полагаю, все эти тысячи лет... Это гордыня его. Это твоя гордыня, так и есть, да. И вот она тебя сегодня погубит. Мне тебя уже жалко, честно говоря. У меня есть какое-то испытывание сострадания. Мне даже тебя наказывать не хочется, потому что ты, в принципе, уже сам наказал себя. Ты не сдал этот экзамен. Мне очень печально за тебя, дракон. Хорошо. Итак, ждем этот шар. Он вышел? Да. Открывая под ним портал в галактической ядро 1, 2, 3. И шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Я его уменьшил, дракона? Да, два раза. Возвращаю дракону его первозданный размер. Готово. Хорошо. Я чисто? Да. Хорошо, я подхожу к матушке Василисе и помогаю моей энергии ей сделать импульс. Высокая братона шока удара отсечь от себя эти каналы к красному дракону и его конструкции. На счет 3. 1, 2, 3 удар. Отлетает каналы, открывается портал в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывай, печатывай, растворяй. Есть. Хорошо, посмотри, сколько энергии нужно матушке Василисе и какая частая вибрация ей необходима до полного восстановления и корректировки. 425 и 26. Значит, макушку головы. Матушке Василисе начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 425% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, матушка Василиса, как вы себя чувствуете? Хорошо чувствую. Чувствую, поток открылся, у меня опять доступ есть. Конечно. Все будет хорошо. Мы всегда рядом, если что, сразу пишите, сообщайте нам, мы всегда вам поможем. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую. Посмотри, пожалуйста, забираешь, не забираешь? Дракон, ты-то как попал? Пойдем на беседу. Гордыня, он сказал, гордыня его погубила. Пойдем так. Обсудим гордыню. Забираю. Благодарю тебя. Хорошо, дракон. Мы уничтожаем тогда его конструкцию, да? Конструкцию уничтожаете, дракона забираем. Хорошо. Помним его правила. Да. Благодарю тебя. Открывая под этой конструкцией портал галактическое ядро 1, 2, 3. И эти конструкции уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. У нас все чисто? Да. Хорошо. Тогда будем возвращать матушку Василисы назад в ее биоробот. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию матушки Василисы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.